Всем привет! Вы смотрите Софи Пай, и я начинаю свой большой масштабный влог. Это влог на 3 дня примерно. Я вообще хотела его начать завтра, чтобы он получился на 2 дня, а не на 3. Но так получилось, что часть моего заказа, который я хотела распаковать вместе с вами, он пришел сегодня. Поэтому распаковка и влог начинаются, соответственно, сегодня. Я только что пришла домой. Только что вообще потелкалась со своей любимочкой Дейзичкой. У нас там вот уже к Новому году все подготовлено. Почти сейчас буду елку еще наряжать и квартиру дальше украшать. Вот. Помыла руки, выпила водички. Пейте воду, это очень важно. Почему? У меня есть пост на моем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Так, мне пришло 2 вещи из 5 вроде. Я точно не помню. Это вот такая вот, как мы с Крёстной называем, фигня для размешивания матча. Здесь вообще целый набор. Здесь вот эта вот мешалка, мерная ложечка и еще мерная ложечка. А, ну да, венчик и 2 ложечки. Давайте распакуем. Это мой самый первый заказ на Валберисе, поэтому я не знаю вообще, честно. Здесь все прикольно так. Так, сама фигня вот такая вот. Здесь есть вот эта вот штука, которая забирает влагу. Очень классно. Потом ложечка. Она деревянная. И еще одна такая вот ложечка, как я не знаю что. Такая вот ложечка. Сейчас вот это вот откроем. Что-то у нас зачесалось. Будешь сломать. Вау. Ребята, это походу из бамбука. Фигня сделана. Офигеть! Вау! Она ничем не пахнет. Но просто, ребят, у меня такой, вот. Это такой венчик для размешивания матча. Я очень давно это искала, давно хотела. Вот, в общем, я нашла на Валберисе и заказала. Я вчера заказывала, и мне половина заказа пришло сегодня. Так, и второе, это то, что я максимально давно хотела. Уже как год, наверное, или 2 у меня в виш-листе это есть. Самое первое, причем то, что вот сейчас буду распаковывать, вот это вот. Это у меня в виш-листе самое первое стоит. Это барабанная дробь. Гусь, обнимусь, 190 сантиметров. 190, ребят! Я не знаю, просто. Ребят, я не знаю, что вы давали, просто я слов не могу. Сейчас это уже этот набор сломаю вообще. Лучше на стол пойду. Один слой снят. Теперь пакет. О! Прикол! Это какого года тренд? У меня, кстати, такой интересный факт обо мне. У меня нет ни пупыта, ни что там еще, Simple Dimple. Вот таких вот антистрессов у меня тоже не было. Это мой первый антистресс вообще. Ну, вообще прикольно, вот такой вот зелененький. Да. Ой, тут моя одежда. Ребята! Он больше меня в 2 раза. Ребята! Он, конечно, какой-то
хлюпкий, чуть-чуть хлюпенький такой. Но я думаю, что мы с папой его чуть-чуть сможем подраспушить. Но я... Просто, ребят, я так рада! Вы себе реально даже не представляете, как я рада. Этому гусю я просто вместе с ним сегодня спать буду. Дейзи на стул залезла. Я не знаю. Пожалуйста, прошу прощения у всех тех, кто сейчас точно так же, как я, в наушниках. Вы слушаете это видео в наушниках. Я, если что, его пушу, чтобы в крылышках тоже что-то было. За мои ауры дикие просто. Ну, правда, но я максимально рада. Я очень рада. Я, правда, я не знаю, что добавить. Я просто очень рада. В моем телеграм-канале будут фотки с этим гусем. А, и все, ребят, я поняла. Это не надо пушить, это специально так сделали. Не, он не хлюпенький, он такой нормальненький. Упитанный гусь. Короче, будут фотки с гусем у меня в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на него. На это видео тоже не забудьте поставить лайк. Ну, а я пошла убирать мусор, который у меня здесь есть, и заваривать себе матчу. Как я завариваю матчу, это будет в маленьком видео, в шортс, в YouTube шортс. Поэтому посмотрите обязательно, просто, ну, как бы это даже не обсуждается. Но я даже очень рада. Ой, почему даже? Очень рада. Я просто еду в метро домой с занятий и такая... Зайду-ка я в Валберис, знаете, почему бы и нет. Захожу, а там написано, ваша посылка пришла, ваш заказ прибыл в пункт выдачи заказов. Не весь, но частично, да. Такая, ну вообще крутяк, все, сейчас приеду, пойду. Пойду Дейзи покажу. Я иду с этим гусем. Пришла тут к Дейзичке. Сейчас будем знакомить. Она его жрет. Все, Дейзи, знакомство окончено. Все. Она его просто начала жрать. Не поняла. Я еще даже не начала знакомить, а она уже его жрет. Вот посадим его на стол. Вот так. Покажу вам. Вот, вот так вот это выглядит. Дейзи, 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 иди сюда, иди сюда. Фу, фу, все, все, знакомство окончено. Дейзи, нет, май гайз. Ребят, знакомство окончено. Потому что Дейзи начала просто его тупо жрать. Дейзи, ты ударила. Она, капец, она, короче, прыгала. Она хотела прыгнуть к гусю. Но так получилось, что она прыгнула и башка ударилась об этот, об телефон. И у меня камера перевернулась. Ужас какой. Дейзи, я ее сегодня причесала. Ой, какая ты у меня хорошая. Я ее сегодня причесала, но я пока даже хвостик сделать не могу, потому что у нее волосы на темечке, они слишком короткие, и я пока что не могу и даже делать хвостик. Вот какая ты у меня хорошая собака. The next day. Так, как вы уже поняли, уже следующий день. Сейчас у нас 9 утра. Я встала в 7, я сейчас валялась в кровати, честно скажу, я просто сейчас валялась в кровати. Потом я пошла погуляла с Дейзи. Дейзи, Дейзи, что? Вот такое вот у меня собачинство. Вот, и сейчас, надо помыть руки, кстати, снова. И сейчас, во-первых, даже не во-первых, а просто скажу, у папы сегодня день рождения. 30 декабря у папы ДР, и я готовлю на завтрак сырники. Вот этот пирожок уже лежит. Оп. Поэтому сейчас помою ручки.
буду готовить сырнички. И на завтрак у него будут сырники. Так, что я хочу сказать, никаких сырников не будет. Будет запеканка. А, вот моя собачинца. Дейзи, Дейзи, Дейзи. Не хочет показываться. Вот такая вот вкуснятина сейчас готовится. А почему же сырников не будет? Потому что я не умею работать с этой сковородкой, которую я взяла. А на этой сковородке все пошло по попе полной. У меня прилипли сырники, и эти сырники я выбросила. Мне пришлось эти 3 сырника выбросить, потому что я не знаю, что с ними произошло, что с этой сковородкой не так. Понятно. Я не знаю, что с этой сковородкой не так. Ну, короче, да, сейчас я одеваюсь. Я, видите, уже заплелась. Сейчас я одеваюсь, выхожу. Схожу на Валберес. У меня пришел мой часть заказа. Вот. И потом я приду по завтраку. И мне надо будет ехать на занятия. Ура! The next day. Я уже побывала на занятии. Только что оно закончилось. Сейчас поеду домой. Что мне пришло? Я маску не сняла, потому что я максимально торопилась. То есть пункт выдачи открывается в 10. Мне выходить в 11:30, а я еще не завтракала. И мне нужно было успеть пункт выдачи сбегать, позавтракать, собраться, вообще еще убраться хоть чуть-чуть. Вот. Короче, что мне пришло, это вот такие вот ноготочки. Я подробнее их показала в своем ТГ, в своем телеграм-канале, поэтому подписываемся, смотрим. Вот, в общем, сейчас я поеду домой. Мне должна уже прилететь мама, по идее. Но что-то как-то она еще не прилетела, по-моему. Потому что задержали рейс, даже как у меня. Поэтому я не знаю, она прилетела, не прилетела, не знаю. Почему так мало людей? Меня это напрягает. Я уже приехала домой. Уже покушала. Между прочим, кушать важно. У меня, смотрите, какая просто... Ну, просто красавица, ну, ребят, ну, просто красавица. Здесь уже Дедушка Мороз со Снегурочкой. Сейчас я буду украшать елочку. Ура, ура, ура! Мне педагог подарил вот такой вот новогодний подарочек. Здесь открыточка, бомбочка для ванны, очень классная. Я в Новый год буду распаковывать, вам обязательно все подарки сниму, то, что буду распаковывать. Вот, и еще здесь шарик. Новогодний, серебристый. Вот. Вот так вот. Я сейчас делаю открыточки. Здесь только что приехала мама. Сейчас 9:30. Вот. Я сейчас делаю открыточки. Мне сейчас вот одна вот такая вот есть. Сейчас отвечу чуть-чуть. Вот. Вот такая вот есть. И вторую я сейчас буду делать, потому что у меня, видите, какая маленькая открыточка. И вот это вот, у меня почему-то обрезались не квадраты, а я хочу, ну, чтобы все-таки квадраты были хоть какие-то. Вот. Поэтому сейчас буду делать квадратики. Все, ребят, уже практически 1:00. Капец, конечно, мне видно. Сейчас. Тут свечка горит. Все, я ложусь спать. До следующего дня. Доброе утро. Я все, я уже проснулась. Погуляла с Дейзи. Сейчас она там кушает. Сейчас буду заправлять кровать со своим гусем. Любимым. Вот, какие у меня сейчас планы. Я хочу сейчас убраться у себя в комнате. Вот, потом мне нужно пропылесосить под елкой, потому что елка чуть-чуть, пока я вчера наряжала елочку, иголочки, они попадали, и нужно, в общем, ну, пропылесосить пол. Вот, потом надо еще убраться на кухне,
позавтракать, квартиру до конца нарядить, елку тоже, в принципе. Вот, и хочу сделать вот такой вот макияж. Не знаю, получится у меня или нет, но мне кажется, нет. Если у меня такой макияж не получится, то я сотру все нафиг и буду со своим обычным макияжем. Вот. Я выгляжу очень замученной и усталой. Я, конечно, не замученная, но усталая. Еще пришел мой заказ, который второй. Там мой чехол новый на телефон. И еще одни ногти. Вот. Но я это хочу забрать, когда это все вместе придет. Потому что пока что пришли только ногти, а этот чехол еще не пришел. Я подожду, пока придет чехол, и где-то часа в 3 или 4 пойду забирать. Пока не стемнеет там. Вот. Я вчера зажигала свечку, ну вы видели по кадрам, вот эту вот очень классная свечка, спасибо большое Ксюшке Чуриной, это моя одноклассница, она была тайной Сантой, тайным Сантой, вот короче подарила мне такую вот свечку, она очень классная, она пахнет, сейчас скажу, я коробку даже оставила, я храню в коробке, попкорн, манго, вишня и синнабон. Не знаю, где Ксюша ее покупала, скорее всего, на Вайлдберрисе, не знаю. Вот, если что, вот название. Очень классная свечка, она еще и трескает, как костер. То есть, сейчас. Я ее уже 2 раза зажигала. Вот такая вот свечка. Видите? Она будет трещать, как костер. Это очень красиво. Что у меня со светом? Почему так? О. Ой. Ну, вы поняли. У меня почему-то какие-то черные полосы бегают, когда... Вот. Почему-то какие-то черные полосы бегают, когда я с этим... По лампе, со светом лампы показываю. Если в те дни я вам больше показывала, ну, типа, распаковки такие, просто вот минимум из моего дня, то сегодня я хочу показать прям свою рутину утренней, то, что я буду, ну, не то, что, что я буду делать, вот, поэтому сейчас заправлю кровать и буду делать свою утреннюю рутину. Мне Ксюша, это уже другая Фоткина, вы ее точно знаете, я с ней снимала влог, она мне подарила масочку, вот такую вот, я хочу ее испробовать, но также она мне подарила маску, не такую, а маску для лица, которая, она, ну, она как крем идет, и я ей тоже пользуюсь, но сегодня, я думаю, ей не буду пользоваться, потому что я попользуюсь вот этой. Или я это не буду пользоваться. Короче, я сейчас в своем телеграм-канале выложу пост, спрошу, какую маску делать. Вот. И еще мне Ксюша Тюрина, данного Санту, подарила умывалку с алоэ вера. Кто подписан на мой телеграм-канал, он знает все. Ну, как бы. Вот, и она тоже суперская, Ксюша вообще. Обе Ксюши обожаю. Просто 7Б, ну, на сердечке просто. Вот. Что-то я разговорилась, я на самом деле так устала. Короче, все, я пошла выкладывать пост. Я сейчас буду впервые в жизни пробовать личи, да, ну? Не чили. Личи. Так, короче, это выглядит внутри. Я боюсь, что есть. Неплохо.
косточкой. Трэш. Я не знаю, что сказать. Это и вкусно, и не очень. Странный вкус. Ты проснулась. Я скоро причесывать буду. Ой. Я тебя скоро буду причесывать, Миська. Будь здорова. Я ее причешу и сделаю ей хвостик. Если получится. Потому что я не уверена, что из вот этих вот волосинок, из трех волосинок, что-то получится сделать. Будь здорова, моя красотка! Красопитка моя! Я повесила такую вот гирляндочку. Здесь у меня сейчас стоит еще елочка. Елочка будет тоже с гирляндочкой, но папа сейчас пришел в магаз. Ё-моё, свет! Вот так. Папа сейчас пошел в магаз за продуктами там, за... Ну, и за батарейкой, потому что гирлянда на батарейках. Вот. Я сейчас буду краситься. Трэш вообще. Я не знаю, как я буду этот макияж делать, потому что я покажу, что у меня нет красного цвета просто. Я не знаю, как мне это делать. Крутяк, трэш. Ну сейчас это смывать все. Ребят, хотите ASMR? Ой, все. Не будет ASMR никакого. Ксюшка, спасибо. Так, сейчас мне надо это остатки маски. Там сказано, что нужно смыть. Ну, не смыть, а убрать там влажным ватным диском или спонжиком. Вот, сейчас буду влажным ватным диском убирать. И буду умываться вот этой вот фигней. Очень классная фигня. Ксюша, вторая, огромное тоже спасибо. Просто люблю вас очень сильно, честно. Это реально очень крутая штука. У меня, короче, рассказываю историю. У меня после бассейна очень сухая кожа, потому что у меня, в принципе, очень проблемная кожа, и у меня аллергия на хлорку. И после бассейна, естественно, ну, у меня как бы аллергия. Вот, и сушится кожа, вот особенно вот здесь. То есть, если я прикоснусь, то у меня буквально через пару секунд у меня будет жечь просто все вот это вот место, и мне будет жутко больно. И я не смогу вообще ничего сделать на протяжении, наверное, минут 5. То есть, понимаете, эта адская боль на протяжении 5 минут, это вообще капец какой-то. Вот, и, короче, я после бассейна попользовалась вот этой вот алоэ вера, и у меня все прошло. То есть, на следующий день у меня не было вот этого. И это максимально круто. Ксюша, реально, спасибо тебе огромное, потому что у меня теперь не будет этой проблемы. Я теперь не буду страдать от того, что у меня просто очень болит лицо от любого малейшего прикосновения. Это просто... Это был реально какой-то ужас. Все, ребят, сейчас буду умываться. Ребят, кстати, очень классно делать себе какие-то спа-процедуры, поэтому всем советую. Блин, либо это какая-то психосоматика, либо это реально кожа стала как будто бы чуточку получше. Я за себе еще волосы завиваю, идите тут бегуть. Фу, ладно, я умываться. Если там видно, то вот здесь, то у нас сейчас почти 7. 57 у нас. Я сделала себе такие вот стрелочки. Они получились достаточно ровные, как по мне. Это еще не конечный макияж. Я просто ходила в магазин и ходила заодно на Вайлдберрис, потому что мне написали, что пришел мой заказ до конца.
Вот такой вот чехол, я его буду распаковывать в новогоднюю ночь прям. И еще одни ногти от Beauty 911. Это ни в коем случае не реклама, но это реально классные ногти. То есть вот эти вот ногти, это от Beauty 911. И вот эти тоже. Но они такие классные, это просто я. Ну, я в шоке. Я обожаю, на самом деле, Beauty 911. Заказываю их всегда, я советую. Это не реклама, еще раз повторю. Реально, это не реклама. No reclams, no ad. Как это там говорится, да? Или так. Вот. Еще, я пока ходила на улицу, я свою эту штуку убрала. Но сейчас буду ее обратно делать. Где моя водичка с расчесочкой? С расчесочкой. Расчесочка. Ух! Вот. И буду сейчас это вот все расчесывать и потом снова накручивать. Потому что у меня волосы, они максимально плохо держат свою, ну, укладку максимально плохо держат. Это причем и у меня так, и у мамы, и у Ани, я не знаю, это моя сестра. Ну вот. Не знаю, что вам еще сказать. Я сейчас буду делать свой макияж и делать одну еще открытку, потому что я про нее забыла. Про эту открытку. Одну. Единственную. Так. Вот. Всей готовкой там занимается мама. Этим у нас реально заведует только мама. Не я вообще. Не я. Я по уборке больше. По подготовке самой квартиры к НГ. НГ, понятно, КНГ. Короче, к Новому году. Вот. Ничего страшного. Вот. Сейчас буду смотреть ютубчик и делать дальше макияжик. Я хотела снять переход в лайк, но я забыла. Молодец я, конечно. Ой. Наверное, надо было сначала делать... Наверное, надо было сначала делать вот эту штуку надевать, а потом эту. Не знаю. Короче, да. Я не знаю, микрофон у меня в наушнике или в телефоне. Но в любом случае... Я пошла делать смейк. Спасибо. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белый шнур медвежий брошу к твоим ногам. Добрый вечер. Что хочу сказать сейчас? 11:30. Через полчаса уже будет 2024 год. Я решила стереть эту вот фигню, эту вот шапочку, потому что... Мне сказали, что... Ну, мне, конечно, прямо так не сказали, но посыл был от такой от всех. Потому что нифига никто не понял, что это такое было. А, в общем, посыл был такой. Что это за фигня у тебя? Ты промазала, что ли? Вот я такая, ну... Тогда в попу сотру. Я стёрла. Вот, короче, я украсила елочку здесь. Вот так получилось. Сверху приклеила снежинку вот так вот. Сейчас я буду делать еще одну открыточку для Ани или сестры. И буду уже делать прическу, потому что с этой вот фигней, мне кажется, уже хватит ходить. Вот. Вот так вот. Я 5 часов дня сидела с бигудем. У меня вопрос, а где то, что я на... То, что... Что у меня накрутилось? Это вообще где? Такая у нас эстетика. Это вот Дейзи. Дейзи, там больше не лежит твоя игрушка. Уйди из-под елки. Так, это кто у меня тут такой, а? Кто такой? Быстро к себе. Понятно. Тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину,
Сегодня опять чувствует Хазина. Каждый из нас зависит от нас самих, от нашего настроя. The next day. Всем доброе утречко. Не обращайте внимание на мой внешний вид. Я недавно проснулась, и пока ты легла вчера спать, я не стерла свой мейк. У меня вообще одна стрелка есть, второй стрелки нет. В общем, это максимально странно выглядит. Еще какая-то я опухлая. Да, опухлая. Вот, сейчас там Дэдька гуляет. Родители еще спят. Вот, и, короче, я сейчас приду домой. Думаю, покормлю собачку мою любимку и сделаю распаковку подарков. Ну, один подарок вы уже видели, и перчатки очень классные. Мне мама подарила очень классные перчатки, они прям реально очень-очень теплые. Вот. Лизи, вот так. Я не знаю, что вам еще сказать. У меня наверняка получился там очень длинный влог уже. Поэтому встретимся снова на распаковке. Да. Подарила я, значит, Дэдди игрушку на Новый год. Дэдди, знаете, что с ней стало? Какая игрушка была? Ну, я думаю, вы знаете. Она просто ее разгрызла за новогоднюю ночь. Расщепятка вот этого вот подарка. Там все разные подарки были. Угу. Я выбрала этот. Ты туда берешь? Я и тебе тоже говорю. Я всем говорю. Так, сейчас. Ленточка еще понадобится, выбрасывать не будем. С Новым годом! Ура! Ура, ура! Вот такой очень красивый шарик, мам. Серебристый. Сейчас на руку повесим. В виде этой шишки. Но с него прям осыпается вот эта вот штука. Или нет, на камере не видно. Какой аромат пошел, мам, ты чувствуешь? Понюхай! Сколько ж туда химозы запихали. Ого. Может, это мыло? Это не мыло, это бомбочка для ванны. Ты когда открыточка? А, бомбочка для ванны? Да. Ну, тогда понятно, я думала пряник. Я даже сказала, потому что это пряник. Взяла самый большой. Потом спросила, это оказывается бомбочка для ванны. Ребят, если бы вы... Будет мне с чем ванну принимать. Да, потому что у меня аллергия. Это не снеговик, это типа кружка. Видишь? Мам, типа кружка. Угу. И снег, блин, прикольно. Очень классно. Если бы можно было через камеру передавать ароматы, я не знаю. Но здесь только химия, это просто что-то. Вот. Перчатки вы уже видели. Чехол сейчас покажу. Чехол очень классный, вот такой вот, очень милый. С зайкой вот такой, там цветочки и надпись Hello. Вот. Очень классный чехол, мне очень нравится. Он как бы прозрачный, но и с рисунком. Вообще топ. Но ВБ заказывала, мне подарила красное, поэтому всем советую. Ну там еще сверху осталось. Я сюда повесила. Угу. Там с балеринкой вот так вот. Ну что, ребят, мне было очень приятно провести это время с вами. Дэйзи хочет ко мне в ролик. Еще раз? Ну давай, иди сюда. Оп. Я надеюсь, что вам тоже было очень приятно провести со мной время, посмотреть это видео. Я очень надеюсь, что вы подписались на мой телеграм-канал, на этот канал, поставили лайк. И очень надеюсь... что скоро будет новый влог. А он будет. У меня в черновиках лежат уже как минимум 4 видео, и из них один Дэйзи. Это один большой влог, который я еще не начинала снимать.
У меня, так как день рождения 13 января, и, ну, в общем, вы узнаете все во влоге, я его выставлю обязательно, поэтому ждите, подписывайтесь, чтобы не пропускать ничего, особенно мой телеграм-канал. Всех очень сильно люблю, Дэйзи тоже вас очень сильно любит. Всем пока-пока!